Число погибших в результате падения пассажирского автобуса с моста в реку в Сретенском районе Забайкальского края, по последним данным, увеличилось до 19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Министерства внутренних дел по региону. В результате аварии погибли 19 человек, пострадали не менее 5, заявили в УМВД. В пассажирском автобусе, который попал в ДТП в Забайкальском крае, всего находились 44 человека, заявили в пресс-службе МЧС. Предварительно, в автобусе находились 44 человека, заявили в МЧС, уточнив, что 6 пострадавших госпитализированы. Как сообщил перевозчик, индивидуальный предприниматель Сергей Пнев, автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры. Пнев уточнил, что автобус был заказным. Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту. Технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры, сообщил он. Как сообщает РИА Новости, на место аварии выехали сотрудники Ространснадзора, которые выяснят все обстоятельства произошедшего. После сбора всей необходимой информации будет принято решение о проведении проверки, заявили в ведомстве.